Здравствуйте, друзья. Я надеюсь, что съемка пошла. У нас сегодня необычайно буйная пациентка. Зовут Мася. И мы проводим психологический тренинг с ней, чтобы приучить ее к общению с гуманоидными созданиями. Мы учим ее общению с людьми. В общем, кошка налицо явно сильные психологические расстройства, боится людей, не приближается к ним, убегает. Притом, пищу, которую приносят ей эти самые люди, она вполне себе с удовольствием потребляет. И тут появляется некий диссонанс в этом поведении. Мы не понимаем, почему особь вот это так боится людей. И, в общем, мы сейчас будем ей, так скажем, прививать любовь к общению с людьми. В общем, урок первый. Добрая кошечка. Мы берем, ложим кошечку в таком вот положении, она не цепляет, цепись. Вот, видите, она боится. Налицо лютый страх. Мы берем, ложим кошечку вот так вот. Делаем, чтобы вот так вот она распределилась по зоне всего дивана. И начинаем гладить. И говорить хорошие вещи. Типа, хорошая кисонька. Тебя все любят. Обязательно нужно позвать ее подружку. Подружка, она как бы... Она должна помочь ей психологически. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, блядь. В общем, урок не удался. Но это лишь первый подход кошечки, которая немножечко расстроилась психологически. Ее подруга даже убежала. Поэтому такие дела, друзья. Любите животных. Будьте с ними ласковее. Пока.